Всем добрый день. Нахожусь сегодня на 800 ступенях. Только что здесь была фотосессия. Да, именно в такую погоду, да, именно под дождем. Да, именно потому, что так захотели мои клиенты. Но получились фотки бомбические. В Инстаграм смотрите парочку, как обычно, я всегда загружу. Если не подписаны, Юра Ос, я вас жду. Ну и что я могу сказать по поводу погоды? Это называется Юрина гора. И кажется, собирается дождь там вверху. Из-за этой влажности, да, ну, я подымусь потом в следующем видеоролике, посмотрите. Из-за влажности такое ощущение, как будто идет изморозь. Но внизу, в принципе, комфортно. Здесь вот по над берегом дует ветерок, а вот в ущелье мы спускались по 800 ступеням. Было хорошо и комфортно. Погода, конечно, нас не радует. 13 градусов показывает лягушонок. Пока я предлагаю немножечко прогуляться вот и посмотреть на эту красоту, как она здесь выглядит, какие здесь красивущие скалы, виды. Опасно, конечно, если тут камень прилетит какой-нибудь, то здесь останетесь навсегда. Но все же, вот там вот Анапа, 40-летие Победы, спуск отсюда виднеется очень хорошо и отчетливо. Мне вот очень зашло, давно не фотографировал, именно фотосессии, делал всякую там лабуду, не лабуду, но вот наконец-то хорошая фотосессия, причем с отчаянной девушкой и ее дочкой, бегали тут по горам, прыгали, было интересно, все, что хотели, мы в принципе сняли. А так она поначала просто пугать своими погодными явлениями, и я чувствую, что зима будет очень холодная. Так как, ну, погода не спешит нас порадовать. Вот тут, видите, бывают горные ручьи текут. Они вот такие вот расщелины оставляют. 10 минут я, наверное, сегодня снимать не буду, так как там меня вверху ждут люди. Буквально еще несколько метров пройдемся вперед. И замерим температуру воды ради интереса. Сколько она будет. Пусть мне стало самому интересно, когда у нас наступает та пора, когда нельзя купаться. Я, наверное, должен как-то уже собраться с силами и совершить эту вот прогулочку туда, за угол, и попробовать дойти до Утрища хотя бы. Вот, видите, даже здесь это родничок, наверное, течет и точит скалы. Виды, конечно, завораживающие. Видите, сколько у нас в Анапе очень красивых суперских мест, в принципе. Здесь оно, я вот считаю, по крайней мере, очень труднодоступным для людей. И здесь мусор, видите, никто не убирает. Но его, если посчитать, сколько лет он, да, тут копится, то его не настолько много, как на центральных даже пляжах. Хотя он есть. Ну, я бы, допустим, если пришел сюда отдыхать, там, ну, надолго на день, я бы навел порядок вокруг себя. И потом только бы начал отдыхать. Горы, конечно, завораживают. Так, я нашел себе... А, нет, он будет мокрый. Я думал, нашел себе пенечек, но не нашел. Хотя... Нормально, посидим. Закидываем лягушку. Море прямо от него вот чувствуется, тепло идет. Поэтому я могу смело сказать, что вода, в принципе, теплая. Теплее, чем воздух, однозначно. Вам предлагаю, отвернувшись от ответа, чтобы он сильно не задувал микрофон, насладиться шумом прибоя морской волною. Нежданчиком тогда.
Ой, все, в общем, забираем ее. И пошли-ка мы отсюда. Я все-таки думаю о том, что мне остается еще столько вверх тащиться. Ну, такой средний замер воды. 16 градусов показывает. Я думаю, в принципе, достойная температура, купаться еще можно. При всем желании, ну, вместе с теплым пледом, одеялами. Вообще, честно, харе. Хотя вот на Малую Бухту те, кто приезжает искупаться, там ветра очень мало, бывает там редко, и очень хорошие заходы в море. И предлагаю вам, наверное, сегодня вечером уже выложу видео. Такого, честно, не снимал никто. Я буду снимать подъем по 800 ступеням вверх. Я сколько смотрел, обычно все снимают только спуск. У нас же будет сейчас подъем. В гору я там буду с языком на плече, но надеюсь, вам зайдет. Поддержите меня, пальчик вверх с вас. Сейчас дойдем до туда, покажу, что оно из себя представляет и какой подъемчик нас ждет. Сегодня у нас, кстати, 26.10.2017 года, еще 2 месяца, и у нас будет Новый год. Вот так вот быстро летит время, сезоны. Море все так же точит камни и приносит песок под барханы, так что продолжает нас радовать с этой красотой. О, что тут только не лежит, вот честно. Все труды деятельности человека. Видно ли там еще двух красавиц, которые пошли туда наверх 7 минут назад? И вон там где-то на горе кончается этот подъем. Они уже высоко шли. Так что мне их догонять. В общем, всем спасибо за просмотр. Какой капюшон у меня одевается. И хорошего всем настроения. Поверьте, у вас здесь будет гораздо легче, чем у меня, спуститься, подняться на 800 ступеней. Это такой нелегкий труд, пускай как бы за деньги, но все равно. Ну и надеюсь, что посмотрите следующий видеоролик, который будет после этого подъем на 800 ступеней. Либо сегодня вечером, либо завтра с утра его выложу. Все, всем пока-пока. Снизу находится кнопочка подписки. И пальчик вверх или вниз, оцените. И не забудьте пару слов оставить в комментарии, как вам это место, зашло, нет. Уже неоднократно здесь снимаю, и мне очень здесь нравится. И многие люди, которые приезжали, говорят, покоряли эту красоту. Потому что побывайте, если вы здесь не были и были в Анапе, то обязательно надо. Все. Всех люблю, целую. С вами был Юрий Азаровский. До следующего видео. Пока-пока.